времени суток. Продолжим наше прохождение и нужно потихоньку двигаться на побережье. Как обычно, все по пути. Все, что плохо лежит, забираем. И всех уничтожаем. Усердствовал с посохом. Отлично. Уже три волка. Такая небольшая стая. Никаких проблем
не создает какого-то орка мерзкого. О! Сожрали. Чертов ублюдок. Жирная свинья. Зажал меня. Вот из-за чего я ненавижу отвратительных тварей вроде змей там, зайцев. И всегда уничтожаю. Вот сейчас они просто сбили мне фокус с кабана жирного. Где же шныги? Убрали, видимо. Солнечные блики на камере. По-моему, их... А, нет. Можно выключить, но... Пускай будут. Просто я почему-то подумал, что... Они здесь не выключаются. Так же, как скажем... Цветокоррекцию нельзя включить и альтернативный АИ выключить.
крайне эффективное заклинание. Великолепно работает на любом этапе игры. Призыв животных этот. А, помнится, как тяжело было добывать в начале игры бизонов для Бориса, и как легко это сделать сейчас. Ладно. Позже зачищу эту пещеру. Не хочется в потемках бродить. Заклинание свет, я вот подумал, не мешало бы выучить. Thank you.
Но уже, как видите, очень легко играется. Никакой прокачки специальной здесь не нужно. Лучше всего проходить квесты с тоннами опыта, которые отваливают за них. Можно хорошо прокачаться. И вот на высоком уровне уже так легко стало играть. Если же вспомнить, как я убивал первых падальщиков, когда добывал непереваренную крапиву. Да, это был ужас. Так, и здесь будет интересный квест. Нетипичный для подобных RPG игр. Но, скажем, нечто подобное я в «Магии крови» нашей отечественной видел. Приветствую. Ты что, воин? Да, воин, я служу. О, слава Иносу! Нам нужна твоя помощь. Мы охотники на волков. И что стряслось? Всякий раз, когда мы охотимся, к нам постоянно цепляется стая орков. Они не только мешают охотить. Защитишь нас сейчас на охоте? Просто нужно принести... У нас есть особенный охотничий лук, который мы можем... Будет сделано. Теперь твоя очередь! И вот... Нужно отражать атаки. Ты ему показал? О, черт, я случайно. Глупая автонаводка. Все же она меня... В последнее время начинает слишком сильно раздражать. Сначала этот ужасный вепрь, который меня загрыз. Ты ж... Теперь еще и здесь. Будет. Ты у меня кровью умоешься. Садили его на шампур. Большое спасибо, воин. Так, и теперь он торгует великолепными луками и учит нас охоте. Так, но я немного перепутал. Здесь всего лишь одна волна орков, но дальше будут квесты нетипичные, вот как я сказал. А будет несколько волн, там, по-моему, штук 5. Встретим паладинов, на которых нападают орки, и наоборот. Орков, на которых нападают паладины. Пол нужно будет отразить. А в «Магии крови» почему-то вот мне всегда вспоминается, например, в первом акте там есть светлая церковь и темная церковь, и
Если работать на светлую, то там... Темные сектанты нападают. Причем сначала двое, потом во второй волне уже четверо, потом в третьей шесть, в четвертой восемь, и самая сложная пятая волна. 10 сектантов. Нужно успеть остановить их, пока они не забежали в церковь. Но здесь же не будет увеличения численности, если я правильно помню. Что тебе нужно? А вот этих воинов одевали, судя по всему, охотники. Знаменитая поляна с фермой зомби. Правда, я совершенно не помню, кто там сейчас. По-моему, все те же зомби. Вообще разнесли. Здесь же были эти дома полуразрушенные. Но, видимо, время совсем их доконало. Yeah.
Так, а пещеру, похоже, не изменили, я вот не помню. Но, судя по тому, что здесь встречают нас все те же гоблины и скелеты. Этого не было в программе. Но этих жрецов, как правило, практически не берет магия, поэтому нужно как-то ухитряться. Проклятая индусская распрыжка. Продолжим в следующей серии. Я выпотрошу тут всех.